Еще об одном крупном пожаре. В Кодинске в лесоперерабатывающем заводе загорелись штабеля леса. Для тушения из Красноярска отправили вертолет Ми-8. В готовности самолет-амфибия Бе-200. Площадь возгорания 1000 квадратных метров. На месте работают 44 человека и 11 единиц техники. Причина пожара пока неизвестна. Завод в 16 километрах от Кодинска. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения огня в город нет. Информации о пострадавших тоже.